Вот мы и выбрались из душного офиса на Анимигу. Но мы не прогуляться идем, а идем вон в ту сторону, мимо красивого граффити. Кто угадает куда, будет молодцом. И вот мы идем, завернули за угол. И куда мы пришли? О, мы пришли в Хиропарк попрыгать на батутах. Хватит уже кушать, пора и булками потрясти на батутах. Здесь есть камеры хранения, дают ключик, надо только оставить какой-нибудь залог. И все, все ваши вещи в сохранности. Вот так выглядит батутная арена. Перед тем, как сюда зайти, встречает тренер и проводит инструктаж, чтобы не нанести себе травму, надо сначала разогреться, знаете, и потом уже идти прыгать. Батутов много. Буквально пару минут, и ты уже как обезьянка на батуте. Главное успевать удерживать на весе. Потом прыгать в поролоновую яму. Сейчас выясним, как это будет. Говорят, что это очень безопасно. Реально не страшно, не больно, а наш бесстрашный журналист Лена полезла на скалодром. Кстати, он здесь тоже имеется. Видите, всякие вот эти штуки, по которым ползать? Лена, прыгай! Вот такие дела. Три. Здесь есть отдельная зона отдыха, где бесплатно можно поиграть в аэрохоккей. Сейчас покажем как, и посмотрим, кто из нас выиграет, и еще футбик. Вот этот, который во всех фильмах американских, во всех барах стоит. Вот и битва не на жизнь, а на смерть. Вы готовы? Да ёлки-палки! Ну что, в аэрохоккей я проиграла тебе. Да что ж такое-то? В общем, все эти игрушки, за них не надо платить, это все включено в стоимость вашего билета. Класс. Я опять и в футбол проиграла, так что единственное, что мне приходится, это нормально поскакать на батутах. Кстати, почему мы сюда пришли? Просто потому, что здесь скидка 50% на посещение, от 4,5 рублей. Помимо кучи батутов, которые здесь есть, естественно, наверху, так поднимайтесь по лестнице, есть зона отдыха, где вы спокойно можете попить водички, вот стаканчики, и передохнуть на удобном диванчике. Да, вот напоминание, что аэрохоккей все-таки бесплатный, играть можно всем. И кто переживает за гигиену, здесь есть душевые для мальчиков и для девочек. Вот полотенце и фен можно брать у администратора. И после такой тренинги можно мыться. В общем, мы напряглись, повеселились, очень здорово провели время. А ссылку на 50% скидку на посещение батутной арены Хиропарк ловите внизу.